Итого. А что я посылка? В Германии. Алина выслала подарок. Котам. Точно. Иди. Лина новости читает. Лина, ты бы пошла посмотрела, что нам выслали. Ничего. Вообще обнаглел. Смотри, собака прыгает. Эти все возле меня. Ну, у нас тогда положено. Нас... Ай, боже мой. Так. Где Марсель? Марсель! Это что, Марсель? Марсель убежал. Он думал, что я его снимать буду. Марсель, боже, чего ты? Боже, посмотри. Нет. Давай, да вылаживай. Сейчас мы проверим все. Это слушай. У нас для собак. Косточки. Да, мы сейчас будем вылаживать, дети, надо давать пробовать. Дети. Это вам. Нет, это вам все сразу. Марсельки. Лина, это кажется мне. А это что? Кроликом? Боже, это мне. А ты говорил, давай кофе купим. Я говорила, не надо. А это кому? Тебе нравится, посмотри. Попугасиком. А ты чего тут пришел? Это тебе. Подожди, это ему. Он понял, что мне нравится, что собаки все это. Лиля, это ему посылка. Не, ну подожди. Давай все выложи. Давай все выкладывай. И это попугайся. А это что? Это киндер. Орехи? Это или это сладкое? Орехи это, можно сказать, сразу. Чарли, смотри. Ой, кто сразу понял, что это? Это попугасиком смотри. Орешки, Лин, да? Лин. Попугасиком? Наверное. Это косиком такое. Ну дай посмотри. Ха-ха-ха-ха. Ой, сколько котам ты приехал. Я все улетела. Котам много. А не дам. Он же его поглядел. Попугасик. Это вообще спрятан. Напомню. Это Тихоня. Лисичка, сестричка. Опа, ух ты, какая интересная ничего ручка. Ничего себе, ничего себе. Это кошка, да? Боже, какая классная игрушка. Вот классная игрушка. Это клюшка. А, вот это тоже классная игрушка. Мы эти игрушки коробки не выбрасываем. Что это, я не знаю. Это консервы, наверное, котам. Мы сейчас разберем все. Да, тут написано. Это нам. А что это? А сколько нам корм, видишь, мясо? А, для собак, что ли? Ну, давай так, собакам это... Боже, как много. Да? Валя, вы, наверное, сошли с ума. Попугасика. Попугаю, конечно, повезло. Попугаю много, да. А кошка у таких... А что, Марсель? Мне так нравится эта игрушка. Ой, попугаю не давать. Попугаем не давать. Кошачья что... радость. Кошачья радость. Скажи, о, уже увидел. Уже увидел. Потом будем играться. Давай. Это наверное, попугай. Или Марселю орехи. Это Марселю. Это большая пачка. Это что делает? Это Ники. Посмотри. Ники. Микки? Это Микки. Это для Микки. 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 Вот она. Подарок. Микки, там тебя выслали. Что ты сказала Микки, она уже текает. Микки для... И такая. Все. Распаковали. Ну, мы, давай, смотри. О, вот это праздник будет. Да. Ну, они хоть и кормили. Да, игрушку, да. Они хоть и кормили, но... Лина. Да. Это потом. Все равно мы уже кушали. А вот консервы, ну как баловство, надо дать им. Они так любят. Обязательно. Потому что я ж такой не покупаю. Дорого. И это на один зуб. А ты, когда высылают, это что ж не дать? А я в Хельце свои покупаю. А у тебя сколько? Два кота можно покупать. У меня покупаю с большими мешками. Так, ложи. Какой? Вот такой. Вот такой. Там два вида разные. Попугай, вы что не пробуйте. Папа же вам дал орешек. Так, мы сейчас проверим. Ой, счастливые все. Так, делиться надо, не надо браться. Все, вот так нам Галя делает праздник. Живота. На, иди сюда. Шекер, как это, шекер. Шекер. Иди.
ну-ка. Это еще. Ну что ты нагло вот это? Так, давай следующую тарелку. Мы не будем в одну всех. Лина, ну это же... Это у них праздник. А вот тебе старые все. 4 штуки. 5. А это мы коробку оставляем. До завтра будут играться. Мы же не будем убирать. Шекель, да. Шекель не сильно заинтересовалась. Шекель, ты что? Ну что, дайте им такое? Дадим, да. Ну, ты же видела, сколько они сегодня мяса ели. Ну, да. Что уже не влазило. Ну, все равно мясо мясом, а это же такое, это же считай, что конфета. Да? Так, вы мне не разбрасывайте. Мне вот это нравится. Вот это. Видишь? Видишь? Нам привезли столько вкуснятинок. Просто кучу вкуснятинок привезли. Видела, что я снимаю, и исчезла. Вот. Итого, давай поставлю этот мешок на стол. И покажем, у нас полный стол всего. Вот. Ну да. Ну да? Полный стол у нас. Можно сказать, Новый год. Что там плитель такой? Ты такой плитель. Можно сказать, Новый год, видите? А жалко убирать. И персик уже пришел. Лина, давай еще пачку, на. Пусть они туда едят. А, еще не доели? Нет, одна эта штука, она... Один, друзья, я не помыла. Кто-то бросила. Чашки? Бойлерную отнесла. А вот еще видите чашку. Мытье идет редко, когда вода есть, когда свет есть. У нас тут немножко сегодня Киев бомбили, так... Говорят, во многие уже сидят без света. А у нас и есть... воды. А, еще и без воды. Это и отопление, боже. Хорошо, у меня дрова. Коты какие вы смешные. Так, Лина, вот, на. Лина. Ну, нет, еще одну откроем. Ты что? На, вот такую. Уже гулять и гулять. Они же теперь будут знать, что такое посылка. Они будут ждать. Там необычная еда. Очень редкостная еда. Грета, а там что-то... Это ты что открыл? Покажи. Вот это? Ну, не обычно. Обычное? Они любят обычное. Для людей. А, для людей? Мне кажется. Для людей? Так, кофе надо спрятать. Это еще прогрессут. Я так поняла, что это мне. Это мне? Скажи, Чарли. Или это не мне? Чарли. Иди сюда. Чарли, вот это кому коробочку дали? Собака не дам, пожалуйста. Это мне. А это? Нафиг. Это тебе. Так, не колупайся. Это Марсель. Марсель спустился, увидел, что я снимаю что-то. Я его не вижу уже. Он еще не знает, сколько тут всего. И печенье его любимое. Так, все радуются? Тут все так классно, даже есть эта коробка. То, что тоже немаловажно. Процесс коробки тоже нужен. Мне нравится, какая. Ара, наверное, Саша уже отправил домик. Жалко, чтобы они тоже все проверили. Ну, что завтра. Вот такой у нас сегодня будет праздник, веселье, Новый год. День Николая. Так, что? Ну, что я папа же тебе дала, Лена. На, ты будешь его сама лупать. Будешь сама? Покажи. Уже пробовать лисичку, Лена. Что? Кое-что. Ну, лисичку я сказала, это котам будет, ладно? Или попугаем дать. Нет, вот, играйся с такой игрушкой. Тут все-таки железо. О, видишь, какая хорошая игрушка. Кристина, идем. Сейчас все открывает орехи, уже не может туда. Не может, да? Давай. О, Мёнкина устроила эта игрушка. Игрушка, конечно, прикольная вообще вот эта. Да.
Просто обалденно. Это еще Арчи не видит. Я представляю. Все, будем складывать. Все. Почеши Кристину. Она занята, она говорит, что есть. Надо только облизывать, пусть уже пачки просто так облизывают. Пачки облизывают? Да. Складываешь уже? Холодильник. Холодильник? Ой, сколько богатства, сколько богатства. Это все вам. О, еще один пришел на проверку. Думаю, что за тусовка на кухне без меня. А что ты ему дал? Не хотел? Смотри. А я здесь при чем? А я здесь. Шер, коробочку оставляю тебе, да. Побалдели и хватит. Побалдели, все? А куда вот это все уже? Это уже попугай. Сейчас будем слаживать. Сразу. Кошачий кончик. Вот это все надо так спрятать. Жалко прятать. Так все играются, так все смотрят. Они хотят прятать все. Это муша. Это муша. А куда вот этот сухой корм не одеваешь? Он еще одна конфета кошачья. Я так все спрятала, что даже никто не наигрался. Саша, прячет. Порядок наводит. Попугай возмущены страшно. Они кустами прячут, попугай. Шоколадку, да, оставляй. Сюда, на полочку шоколадку. Мне. Да. Вы балдеете, да? Все. У вас покормили вкусно? Да. Вы теперь эти пакетики готовы вылезать. Видишь, им пакетики страшно нравятся. Смотри, да. Сильно понравился им вот этот корм. Смотри. Я говорю, вот такое не покупаю, таким вот это вообще страшно нравится. Это по праздникам. Ай, не могу, рассмеши, Мика, ты. Просто рассмеши. Мики, я не снимаю, Мики. Иди. Понятно. Просто рассмеши, Мика, ты. Почти не снимала, она убежала. Боже, 12 минут. Надо заканчивать нет. Какао сделала. У нас есть сухое молоко. Да? Нет, у нас есть какао с молоком. Давай, сделаем это без какао. Она хочет, понимаешь. Мне нравится Мёдхина, но это игрушка на руку. Куда вы это делаете? Вы вот это вот туда. Там коты сидят. Да, жалко. Ну, сейчас скажи, у меня там старая коробка есть. Положи, и это туда. Я потом все сложу. Это. Я хочу консервы осталось. Все. Линка все убрала, не дала нам поиграться. Все. Скажем спасибо всем большое. Гале спасибо. Все. Если бы мои собаки умели говорить Галя спасибо, они вам передают. И коты тоже, и попугаи тоже. Даже Грета, которая молчаливая. Это за сранка такая. Плитки снимают эти штуки. Кто от плитки снимает, а? Кто так делает? Все, иди. Сейчас пойдешь в комнату с таким поведением. А это тоже положить сюда? Да. Или в холодильник. Я ему завтра открою. Я консервы открыла в холодильник. Да. Тоже консервы в холодильник. Кашу сварю, открою.